Всем привет, ребят! Вы попали на канал Влад Впадлу, и сегодня официально развеиваем проклятие Дума, а точнее Дума Интового, потому что сегодня выходит ролик по Интовому Думу. Вау, это так неожиданно, с учетом того, что вы видели название и превьюшку, и я уже сказал это 3 раза, поэтому обязательно прожмите 100 лайков за мои старания. Я ненавижу уже этого Дума, но и люблю, он и классный, и мне очень сильно противный. Поэтому обязательно, да, ставим лайки, комментируем и поехали смотреть побыстрее. Всех приветствую, ребят, вы снова и снова попадаете на мой канал. Перед началом расскажу вам небольшую, маленькую, такую скромную историю о проклятии Дума. Я уже ее рассказывал, на самом деле, 30 раз, но вы ее никогда не услышали, потому что 20 игр на Думе, а Дум выходил только ловкостной, причем в самом начале, и там даже топ-2 вроде было. Короче, история заключается в том, что как-то мне рассказали один билд на него, и он действительно сильный. То есть я из всех игр, которые я играл, я занимал хорошие места. Ну, чаще всего топ-2 или топ-3. И как-то в один день я сыграл очень много игр. Ну, игр, наверное, 7 на нем в один день. И как-то у меня все так и не получилось его записать. Я по итогу без записи уже на нем выигрывал, и все такое. Было все клево, круто. Блин, я надеюсь, он не застилит. А вот мы можем, кстати, застилить. А, сейчас я расскажу. О. И братик, здорово. И пойдешь хилиться? Пойдешь. Заявили пару тысячек. Блин, надо было этот скор взять. Ну ладно. Короче, и я вот так записывал. Или не записывал, что, на чем я там остановился. Мы, кстати, его мы его намного легче добьем. Он его может сейчас застилить. Да. Но это судьба. Это просто судьба. Ладно. Побежали за руной. Короче, так он и не вышел. И вот сегодня я решил заново его... Кстати, протупил, надо было землю качнуть. Сегодня я решил опять его с ним сыграть. И игра была, ну, в очередной раз очень хорошая. Я на нем спокойно, типа, доминировал. И игра шла вот вообще на спокойнейший топ-1. Как вы думаете, что случилось? У меня отключился свет. Так, а что этот... Монькин бегает тут. Начну убегать уже. Блин, одна ошибка, вот один спел не тот качнул, и все. И все пошло не... Я даже, когда играл в ту игру, я меда себе сделал, ну, наверное, за минуты полторы. Я сделал даблкил или ФБ даблкил. Короче, очень быстро прям его зафармил. Невероятно быстро. Ну, короче, ладно. Та игра уже за... Короче, суть в том, что проклятие Дума существует у меня лично. И оно уже подтвердилось, ну, не единожды. Так. Очередные мобы. И вот, я надеюсь, в этой игре... Кстати, давайте посмотрим наших врагов. Ну, по ПТСам это как раз мой уровень. В предыдущих всех играх... Так, тапок, тапок. Не, ладно, я не хочу. Тапок он того не стоит. Тапок просто того не стоит, поэтому я даже не хочу время свое тратить. Хай бегает, рофлит. Не буду его бить, потому что сейчас сожру. Медас важнее всего, поэтому фармлю в первую очередь медас, а потом уже все остальное. Герой, конечно, безумно сильный. 25 голды. Ну ладно, эту пачку мы уже добьем. Чаем, конечно же, землю. Земля вообще в нашей сборке это самая главная шмотка. Так, да и враги вроде такие самые обычные попались, поэтому как раз... Вот тут где-то зомби. Блин, у меня до сих пор нет тапка. О, хорошо.
Зомби должен выйти и застелить его. А нет, собака. Собака проснулась. Ладно, пока собака проснулась, мы уже тут отформили все, в принципе. Ладно, бежим дальше. Игра, конечно, уже сумбурная какая-то, безумная. Ну, кстати, 6 уровня. Свинка моя. Ладно, беги, братик. Смотри, смотри, брат, смотри. Припилоид. Ну ладно, ничего страшного. Так, а вот этого моба мы не побьем. Так, качаем раз, качаем два. Любого моба можем схавать. Я бы на самом деле сейчас даже... Ну я много тычек получу, если его схавать. Ну вот этого моба очень выгодно схавать. Ему столько экспы дадут, столько голды. Я бы сразу его схавал и убежал бы. Если 6 возьму, сразу можно пойти этого убить. Раз, два. Да, я, кстати, как раз сразу 6 беру. Смотрите, просто показываю один раз. Он тут. Он тут или тут? Он сверху. Как же хорошо, что я решил его поискать. Свинка. Мне начало возвращаться. Все начало возвращаться, все идет на круги своя. Ладно. Загрим этих еще могу. Короче, как-то так. Короче говоря, я решил сыграть на думе. Типа это видеоклип какой-то другого формата записывал. Он бы назывался именно так. Ну идем хорошо. Даже несмотря на ту смерть. Вот это что? О, еще и ем сразу. Блин, какой же вам очко. Если сейчас дропнет свет, я перестану верить в людей. Так, кстати, которого мы убили, бедолага 3 уровня. А БХ, кстати, через силу, да? Нет, через инту тоже. Дефолт. Дефолтный достаточно. Просто посмотрите, сколько у меня голды течет. Мне кажется, пока мы будем так сидеть, я их перегоню просто. Ну, я точно цемку перегоню. Блин, что ты делаешь? Зачем ты ПТСы свои руинишь? Да убей его просто, с турки иди. Я бы уже на его месте там был бы еще зафармил бы. Как же он плох. Безумно плох. Просто безумно плох. Сейчас еще вот эту шмотку надо взять будет. Короче, как-то так. Вы поняли, с домом у меня твоя отдельная история. Сейчас в этой игре не протуплю и побегу вниз. Объясню почему. Потому что с помощью вот этого таланта мы можем хавать вот этого большого крипа. Если там сейчас будет какой-то дикий-дикий прям крип. Ну, допустим, вот этого, 4 уровня. Мы его сейчас захаваем просто вот так. Бам. И все, убежим. Это я не знаю, мы их убиваем? Мы их убиваем. Давайте сразу тогда их убьем. О, у него линка уже появилась. Ой, как плохо. Вот это ошибка, конечно. Вот это плохо. Очень плохо. Я не мог даже подумать о том, что у него может появиться линка. Очень плохо. Ну, мы просто один фрикил потеряли. Тем, как, кстати, у нас ловкачная, сразу видно. Ну, она такая подбитая достаточно. С ДДшкой можно выйти на нее. Давайте ДД возьмем. Она сейчас вот тут будет. До сих пор бьет кого-то. Да, слабкачные на самом деле шутки плохи. А вкачанные не такие опасные. Баунти тут подлупнем еще сразу. Угу, БХ. Обратно сейчас отведем. Меня, кстати, не увидел. Это хорошо.
А, в этой игре я даже бы нектарин бы, а ветра бы первой шмоткой сделал. Подхилимся. Так, так. Так. Надо проверить, тут вижу на самом деле. Да, он не в ту сторону пошел. А, ну меня убил. Плохо, 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 плохо в итоге, что-то я перефлексил. Мы его тоже, кстати, убили, по итогу. Блин, ТБ, ТБ может меня убить. Надо правильно сейчас все сделать. Надо прям супер правильно сейчас все сделать. Я возможно, сейчас опять третий раз умру. Надо подстанем, он сейчас пойдет. Я не буду. Давай этого гомнодава убьем. Ну, уже с молниями, кстати. Так, хорошо, сейчас схаваем крипа и наверх побежим. Здесь. Да, Диабло будет за мной бегать до Талова. Не успел я, конечно, ничего в итоге сделать. Ну ладно, ничего страшного. Мои деньги всегда при мне. БХ я так и не понял. У него как будто хп много. Вот я больше всего сейчас из них вот это и боюсь, девочка. Просто смотрите, как она бьет ТБ, у которого просто миллиард армора. Свапнешься? Не, не свапнешься. Там у ТБ типа миллиард прям армора. Они хотели сделать какую-то махинацию. Один форстаф, и другой меня убивает. Я уже это, я их сразу понял. Мобов наглых. Ладно, ну я возьму. Реально ветра первые хотя бы нужны сразу. Ай, меня мобы не надо. Мобы не надо, все, пожалуйста. Блин, ну хочется ветра купить, но... Ой, как же вкусно. Пойду махриты заберу и это спокойно зафармлю. Так, ладно, 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 ладно. Не теряем голову. Хорошо. Зафлексили мобов побегать. Хорошо. Можем сейчас сделать так. И потом возьмем эту. Хотя на самом деле выгоднее было взять ту. Без мана... Все, уже заговариваться начал весь день, блядь. Игрок пятый уже, наверное, записываю. Вообще, вот эту вампиризм я не беру. Но как-то в прошлой игре я рассказывал об этом, и мне в итоге не дали скиллы прокачать без него, и я, короче, теперь беру. Но по факту, вот, даже при этом всем нормально она на 5% регенит. А не беру ее, потому что шмотка за 700 голды, которая дает 10%, это как 2 пункта, по факту бессмысленно. Блин, если б я думал, ей успел дать. Можно сейчас гостик взять. Да, гостик нормальная тема. Сейчас зайдет. Как раз... Интовые все. Попнешься? Умеешь свапаться вообще? Тупо наблюдаем. Успей? Успей, 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 успей. Успел, хорошо. Моба бы схавать успел, вообще была бы сказка. Кстати, они дерутся. Да ну, я не верю. Бабочка? Да я не верю. Я не верю, что ТБ может тут проиграть. А чем у него вообще в голове? Он интовой через... Интовой с ПТ бабочкой. Чисто классик. Вот тут надо два этих качать, чтобы перейти на третью ветку, поэтому это все бессмысленно, и я больше не рассказываю об этом, хотя, опять же, вам это все рассказал. А, он фулсила!
Ну, мертвейший билд. Ну, кстати, сейчас... Ну, перестань его бить. Хорош. Дай один сюрикен на него. Хорош. Ну, это просто какая-то клоунада уже. Ладно. Ничего страшного. А, дровка, дровка, дровка. Дровка, ловкость. Ну, классика вообще. Ну, кстати, вот именно против ловкостной кристалки я еще не дрался. Это надо думать о линкузе. У меня, конечно, на данный момент это будет очень сильной проблемой. Я люблю убивать тех, кто хочет убивать красных мобов. Мы уходим. Мы умрем сейчас. Бля, ну он меня убьет. Как же он неудачно попался. Красный мопчик. Ну ладно, мы ВД в принципе убили. Возьмем сейчас это, а потом будем КДшку брать. Не знаю, может даже два раза надо взять, потому что с Акторином... Да, тут без шансов. А моб там еще один недобитый остался по итогу. Сразу с судьбой даровым в следующий. Ха-ха-ха, мою. А что мне делать-то с ним? Я ему ничего сейчас не могу сделать. У него уже Этериал есть, а я ему ничего не могу сделать. Это проблема, на самом-то деле. Большая проблема сейчас для меня. Такого ДК я не встречал. Он, у него урон быстрый, а у меня медленный. Плюс у него есть линка. Блядь. И тут кристалка. Блядь, надо уходить. Надо уходить. У меня дума нету. Он еще и по моим мобам ходит. Короче, ну игра такая в итоге, хардовая. Это нелегкая игра будет. Ладно. В принципе. Хадит умер, я даже не пойму где. Ой-ой-ой. Ну, фармим мы тоже хорошо, на самом-то деле. Ну, мы, надеюсь, разбежимся, да. Повезло. Очень сильно повезло. Возьмем КД еще один раз. Такого прям тяжко. Давай схалим, который меня будет. Так, из хороших новостей у нас есть Этериал. Из плохих новостей... Их много. Дум у меня появился, Этериал у меня появился. Можно сейчас... Да, на 2. А, все равно кучу на 3. ТК очень проблемный сейчас для меня. А это, бля, ну это вообще жесть катка получается для меня. Там ловкостной Кент, Баунти Хантер через отсутствие ума какого-то. Хотя на самом деле он нормально у него все. Так, если он не умрет, он умрет. Он умер под момом. Просто ловкостная дровка, ловкостной ВД, БХ через рандомные шмотки. И ловкостная вот это, и это очень плохо все у меня. Катка будет очень сложная, если я ее выиграю, это прям жесть. Прям все противники как на подбор сильные. А, мне нужны первые ветра и Акторин очень сильно. Вообще в идеале вторые ветра, но без Акторина герой вообще не играбельный. Я не знаю. О. Хорошо, я застилил. Блин, я не застилил дровку. Это, конечно, проблема.
Что это может быть? Дровка. Хорошо. Опять в бах вот этот, в бах стенки попался какой-то. Хорошо. Вот эта стенка как-то багованная. Постоянно, когда вот так бежишь, и вот сейчас я пробежал, а до этого не мог. Тихо, тихо, тут надо не ошибиться. Вот видели? Правильно раскачал. Не, ну в колбах так. Не, я не убью. Сейчас не убью. Ну ничего страшного. В принципе, мы дойдем до стадии, где мы купим Октарин Молнии. Ой, Октарин Ветра. И, в принципе, плевать. Но игра прям so hard. Прям все противники. Вот, ну, не хватает нормального Баунти Хантера в инту сильного. До полной картины прям, где тебя будут уничтожать. Еще и дровка с мантой. Я вообще такого не видел в этой кастомке ни разу. Бля, она не успела умереть. Она тупо не успела умереть. Бомба. Я знаете, что самое смешное? Мне кажется, этот БХ ее убьет. Да нет. Ну как он может ее убить? Она еще пику собирает. Ну не может. Да не, он ее убьет. У него 22. Хотя у него 20. Я не знаю, кто из них, короче, выиграет. Они оба выглядят достаточно уникальными. Монта и БХ. Enjoy. Раз. Опа. Словила, словила. Хорош. Оп, страх. Через страх. Нажал. И он сейчас удар ее. Бэм. Ладно, он винтовой. А че он два раза? Она не может пробить бабочку. Что это за сборка гения какого-то? Фул винтовой через фул шмотки. Я такого вообще никогда не видел. Это какой-то гений, которого еще мир не видывал. При этом все выдаливает. Почему? Почему это все происходит? Ну, больше всего меня пугает ДК. Потому что ДК можно на самом деле три линки собрать. Не знаю, додумается он до этого или нет. У него есть встроенная линка. Можно купить линку и можно Mirror еще выпить. И у вас получается три линки. Три линки я не знаю даже как сбить. Это, ну, в одну секунду это практически невозможно. Что там, что он тоже на меня будет атаковать? Он же не будет смотреть на меня. Мне каким-то чудом надо вот эти две шмотки сделать сейчас. На самом деле насрать, если ВД ливнул. Спасибо, свободен. Отключим сборку сразу. Одного из этих долгопупсов. Ладно, возьмем уже ульту. Бесполезно по факту. Есть одна проблема, он сейчас, скорее всего, ко мне вернется. Не знаю, но ветра очень нужны. Ну, цемку можно успокоить будет двумя способами. Поэтому, в принципе, ветра плюс... Если апнутые ветра будут, то будет хорошо. Так и не добил этого жучка. Червячка. Боюсь уже, когда подлагают, если честно. Это меня действительно пугает. Так. А мы сейчас кого-то... А, мы, в принципе, думаю, использовали. Ну ладно, тогда просто фармим, ни о чем не думаем. Ни о чем не будем переживать. Орды поставим. Пока у нас там мобов нету, сможем сейчас спокойно тут переформить всех. И уйти обратно в закат. Даже, наверное, вот этого как-то огромного схаваем. Время не тратить. Чи на линку, на линзу уже хватает. 100 голды. Сразу возьмем. Ну, отлично. Она нам очень хорошо, она нам даст очень много бафа. Допустим, баф первый заключается в том, что у нас КД сейчас 13,6, а действует она 16.
по ветрам, по этериалу, у нас всегда будет намного быстрее все кастоваться. Плюс мы набираем голду с Деваурера быстрее. Ну, то есть, это такая важная шмотка на самом деле. Очень важная шмотка. Единственная проблема, я не знаю, пока у ЦМ-ка очень тяжело будет драться. Ее надо только думить. Она купит линку. У меня все в этой сборке есть всегда один слот свободный. Вот. При фулл сборке моей, которую мне все время подсказали и прокляли меня, я играл на этом герое. Ну, очень сильно на Мидас выручает. Он прям... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько? Ой, как много. Ой, как много. Ага, у него ветра тоже. Ну все, мы уже сможем сбивать ему. Мы можем ему этериалом сбивать просто. Поэтому не сильно боюсь. Можно его даже наказать попробовать пойти один раз. Но без даггера это практически невозможно. Поэтому next шмотка у нас, наверное, будет сразу даггер. Я увидел синего как будто. Короче, просто я через фарм, как всегда. Классическая моя игра через фарм. Просто бегаю как сумасшедший, выфармлю все, что можно. Не моб. Хорошо. Достаточно быстро по итогу выформили. Мы еще, кстати, ее подметку убили. Умер. Ты умер, братка. Ты умер, братка, ты умер, шоколадка. Слишком быстрый КД шмоток из-за Октарина и трех взятых этих штучек. Ну, вы сами видите, прям. Безумно быстро просто. У нас получается. Уже кто-то нас преследует за нами. Проблема. А, ну почему у вас двое? А, ну я подметкой, в принципе. Ну, достану. Ну, ладно, я согласен, это честно. Это было честно. Возьмем сразу еще скорость. Дагерочек. Дагерочек нам позволит, конечно, прыгать и давать дум. Это то, чего нам не хватает для полной агрессии. Кстати, будет забавно, если этот Баунти Хантер уникум через фаст бабочку на инте выиграет ДК этого. Я охерею просто, и все. Ну, честно, вот эти мобы игнорируют меня. Красный моб. Все, дал все, что мог, дал в него. Да ну ты не можешь, да? Ты же не проиграешь ему. Мах криты купил. ПТ апнул. Уважаю. Вот за ПТ апнул ты уважаю. Брат, ну, я не знаю. Если он его выиграет, я... Я не верю, что это возможно, в принципе. Но если он его и правда как-то выиграет. Где апнем будет 29-й? Не, 500 мы не апнем. Побежал просто на ноги. Тан, колодец, этериал. Ноль урона. Не, ну... Ну у него срота... А, он не вылетает. У него классическая срота просто. Классика. А у него стабильная классика. Он нажимает... Сюрикен, а потом сразу же нажимает эту шмотку. Ему плевать. Сейчас возьмем тут скорость. Блин, ну если он додумается взять еще линку или мирор. Мне бы мирор, кстати, не помешал бы. Это, по идее, на next, да, будет раунде? На предпоследнем. Ну да, сейчас не предпоследний. Но вот мне мирор точно не помешает. Одну колбу скидывать себе, это прям... Думчик, думчинка.
Надо думать по поводу еще одной шмотки. С одной стороны ДК есть, который проблемный. А с другой стороны есть... На его мы сожрем просто. А с другой стороны есть ЦМ, который, как по мне, кажется больше, более сложным врагом в этом всем деле. Кстати, как вы поняли, да, у нас тоже кадашится, ну, кадашится там, блин, 0 секунд примерно. Поэтому... Октарины, это все, оно, конечно, очень... Очень хорошо работает. Чуть очканул, кстати, зря очканул. Меня обманул. Меня как-то обманул. Я даже не понял как. А вот если бы у меня блинк был, я бы ему дал этот дом. Да что происходит в этой игре? Очень странная игра. Странная игра. Так, может мне линзу, линку взять просто? Да, наверное, я линку просто еще. Я две линки возьму и все. Еще алебарду еще возьму. Конечно, очень неприятно сейчас было. Я что-то вообще не понял, куда он мог подеваться. Он, по идее, летел, он просто отменил и вернулся назад. Я пролетел туда, и пока я уже отблинковался, он вернулся обратно. И БХ тут как тут. Надо вот тут поставить вот. Зря я только не... Хорошо. Подсосал в итоге дабл килл. Еще вот так даже взял два раза. Ну, на самом деле надо было его убить. Слушай, он интовой, надо не забывать. Я забываю то, что он интовой. Хорошо, сейчас они подфидели мне по итогу. Почему эти мобы меня проигнорировали, хотя я прям рядом с ними прошел? БХ очень интересный кен. Очень-очень интересный кен. Да, линка мне поможет. А две линки мне очень сильно помогут. Мне не очень хочется выкидывать сейчас ничего. Еще можно длительность взять. Было бы неплохо. Может, и правда добегать раунд с медасом? Минуту просто пофармить. Там убивать выгоднее. Наверное, сбегаем, заберем. У нас и так, в принципе, одна голда есть, поэтому плевать. Зачем я еще один центр поставил? Ладно, вот куда. Слышал меня? Хорошо, все сдохли, а я нет. Все сдохли, а я нет. Это хорошо. Скорость хорошая, 400 бегаю. Чувствую, сейчас кто-то захочет меня отомстить. Вот оно.
Так, вначале с первым. Я с Думой. Я убил в итоге ее, а она его. Ну, ничего страшного. Бахавал? 37. Начинаем доминировать уже по чуть-чуть. Но они очень проблемные, конечно, кенты. Абсолютно все. Время закончилось. Так, надо... Мирор он выбил. Он выбил Мирор. Она не выбила. Я не выбил. Что? Как это вообще возможно? Просто. Как это возможно? Как из-за... Ну, как это? Ну, это невозможно же. У меня нет доп. Мирора. А у него есть. У него еще и рефрешер теперь есть. Ой-о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 й. Танечка, снимаешь? А как его убить-то теперь? Это становится практически Unreal. Это можно уже выкидывать. Это можно уже все выкидывать. У меня есть две шмотки, которые ему сбивают. Это Ветра и Этериал. Я не смогу за секунду их кинуть просто физически. Вот если бы у меня был Мирор, я бы их мог кинуть. Я не знаю, будет интересно. Твой моб серьезный. Похилюсь от него. Да, даже задумал бы его. Ну, сюда бледом. Ну да, неудачно вард поставил. Да хочет прыгнуть. Я не могу так. Я не могу рисковать, я его не вижу. Я знаю, где у него вижен стоит хотя бы. У меня 3 уже два урона. Сколько у меня линка кадашится? Надо запомнить. У него есть рефрешер. Он, скорее всего, будет думать о рефрешере. Мы можем же думать о нашем думе. Не, ставит ли кто-то такие варды или нет? Ну, я ставлю. 6200 у нас есть. На самом деле сейчас схаваю огонь. Наверное, сразу. Так. Ну, урончик поприятнее стал, как будто. Ровно. Но он и тут мой Сендрик снял. Вижу ДК, он сверху. Я снизу. Фарм начинает, на самом деле. Главная проблема, чтобы я сам себе дум не дал. А у нее типа что-то тоже есть, или мне показалось? Не увидел даже ее шмотки, и надо прищепить. Такая агрессивная, агрессивная очень игра, мне нравится. Так, ДК вижу.
И он меня, кстати, видит. Хорошие мобы, самые приятные. Ну, можно оставить этого одного моба, на самом деле. Пускай он кто-то будет бежать. 3-2 урона на мне. Здесь я сам этот круг не закончу. Я чисто по большому кругу с эншентами бегаю, я думаю, это выгоднее. Пока все идет хорошо, но любой рандомный красный, рандомный свин, у тебя большие проблемы. Слишком большой КД. Блин, он зарефрешил дагер. Это уже перебор. Что-то больно бьет, это жесть. И если только дум под этерил давать. Но надо думать, сожлинку купить. Я думаю. Плохая смерть. Мне невыгодно сейчас на дуэль идти. Я с двоих не вывезу. Не, ну он молодец, зарефрешить дагер, это сильно. Это какой-то мем, реально никто сюда в итоге не пришел. Он меня прям догоняет. Блин, увеличение, тридент. Кто может победить? Она купит линку или нет? Она купила рефрешер. Ей не поможет. У нее нет шмотки. Он ее победит. Он, кстати, купил линку. Он купил линку, реально. Реально купил линку. Тогда можно даже не стараться ему дум дать. Мне нечем ему дум давать просто. Мне ему просто нечем дум давать. Она его убьет, это будет лучшее, что она может сделать. Колба. 3. А, она не может же колбу ему дать. 3 линки у типа, он в итоге додумался. Купит ли она линку? Линка будет у тебя или нет? Нет. Не успел. На БКБ нажал. Повезло. А в этот раз она линку купила. Давай. Она в косты. Хорошо.
Туда этого Дума, наконец-то. Хоть запись поставил, и проверил, хоть запись поставил, поставил, и то отлично. Ну, такая, ну, потненькая игра, согласитесь, прям. Ну, хоть по ПТСам и слабый, но по билдам очень сильная игра. Наконец-то я записал этого Дума. Кстати, я обнул 1500 ПТСиков. Это отлично. Всем хорошего дня. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back.